100 малообеспеченных и многодетных семей города Семей будут обеспечены бесплатным углем. Эта инициатива является частью традиционной акции «Подарить тепло», организованной Духовным управлением мусульман Казахстана и фондом «Зекет». Благотворительное мероприятие, направленное на оказание помощи нуждающимся, продлится в течение одного месяца. У жительницы города Нургуль Мейрмановой старший сын инвалид, поэтому работать постоянно она не может. Сейчас женщина живет вместе с младшим сыном и его семьей. Его доход тоже небольшой. Поэтому недавно Нургуль Кабжапаровна пошла в мечеть и написала о том, что ей нужна помощь. Вскоре уголь был доставлен ей прямо домой. В этот раз написала письмо с просьбой оказать помощь. У меня сын инвалид. Здоровье мое слабое. Сейчас еще воспитываю 4 внуков. Спасибо за оказанную нашей семье помощь. Гульнара Жанпиисова – одна из нуждающихся. Она мать-одиночка. Ее сын еще мал, поэтому она не может трудоустроиться. Сегодня семья получает адресную социальную помощь. Так как у семьи нет собственной квартиры, они снимают дом уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году мне тоже помогли с углем. В этом году получаем помощь во второй раз. Обеспечение углем для меня большая поддержка. Хорошо, что есть отзывчивые люди. Во время карантина осталась без работы. Сейчас, как одинокая мать, сижу дома с двумя детьми. Благотворительное мероприятие проводится в рамках традиционной акции «Подари тепло». Ее цель – обеспечить нуждающиеся семьи твердым топливом. Внимание в первую очередь уделяется малообеспеченным и многодетным. Организаторы приглашают неравнодушных людей принять участие в данной акции. Мы хотим помочь тем, кто во время карантина остался без работы. Это ежегодная акция. Каждый год мы оказываем помощь углем порядка 70 семьям. В этом году хотим охватить 100 семей. В акции может принять участие любой желающий, у кого есть такая возможность. Мы приглашаем жителей Семея и предпринимателей города стать спонсорами этой благотворительной акции. Как отмечают представители мечети, каждая семья получит по 2-3 тонны угля. Акция продлится в течение одного месяца. С учетом того, что во время пандемии многие мечети в регионе не работали, некоторые из них тоже будут обеспечены твердым топливом. Самат Секенов, Рыскуль Мадвасова, Аслан Ертыспаев, телеканал «Семей».